Гекопарк, мы находимся возле дома Коко. Это крокодайл тот самый. Сейчас 11:22 утра. Ну что ж, поразвлекаемся? А сколько нужно змей, чтобы тебя одолеть? Больших? Ядовитых? Обычных, но бой в тесной комнате. Может, 1000. Жди посылку. Что там с пропавшими? Еще не занималась? Нет. Соль трубку не берет уже несколько дней. А с Поссумом говорила? Он сказал, что кое-что знает. Поссум поведал мне, что земля внутри пустая. И что она плоская. То и то сразу. Так вот. Мира, знаешь, как понаехали эти еноты? Так народ и начал пропадать. А ты работаешь в их пончиковой. Не знаю, ко мне еноты относятся супер. И с ВК мы друзья. Я заказал пончик. Что? Интересно стало, какие они на вкус. Мне пора. До связи. О, крокодайл, твоя доставочка прибыла. Смотри-ка, сколько здесь невидимых ящерек. Замаскировались. Так, значит, сейчас соберем вот это. Иди сюда, я тебе говорю. А ну, падай. Блин, слишком жирненький. Ладно, соберу вначале травку. С травы все проще будет. Она, по крайней мере, не бегает от меня. Ага. Где у нас? О, малек, смотри, малек, иди сюда ко мне. Будем расширять свой зоопарк. И вот, да, капец. Их сложно так собирать, они так не хотят в мою пещеру сваливаться. Красава. Смотри, какой здоровый. Не, этого я точно не утащу сейчас. А вот этого заберу. Блин, побегай еще за ними. Давайте, мелкошня. Падаем. Внизу весело. Здорового утащу, нет. Нет, рано еще. О, есть, утащил. Отлично, сейчас еще вот этого надо. И вот последний. Огонь. Так, значит, книжечки почитать надо. С кофейком. Травушка. О, смотри, там еще один ящер. Давай-ка его заберем. А ну иди сюда. Попался. О, еще один. Ах, вы замаскированный, хладнокровный. О, кстати, коробочки, надо их собрать, я же переезд задумал. И возьму вот эту вот поливалку. У меня там как раз нужно деревья полить новопосаженные. Который недавно свистнул, кстати. Так, вентилятор. Как раз прохладу создаст. Как мне задолбал играть этот, как его, Маффан. Надо бы его тоже утащить. Маффан, давай, падай. О, божечки, тишина. О, как хорошо. О, мои уши. Крокодайл слушает такую ужасную музыку. Это просто дичь. Так, значит, и розовых фламинго тоже забираем. Этого тоже забираем. О, и дерево, и пальму сразу заберу. Что-то пальма не хочет показать. О, залезла. Еле-еле. Перчаточки тоже свистнем, что ли? Давайте, падайте. Вот так вот. Целых две пары. Огонь. Блин, крокодайл так спит сладко, я его даже будить не хочу. Если его сейчас в нору засосу, он же проснется. Так, вот это хочу. Что это палки какие-то, доски. О, шины. О, инструмент музыкальный, огонь. Забираем все. Ксилофон, по-моему, это называется, да? Так, это что у нас? Какие-то стенды, табуреточки, шины. Все, столько хлама я никогда не видел. Чувак, у тебя большее количество хлама из всех. Ты просто чемпион. Ладно, крокодайл, все, понеслись. Югу. Вот же ему сейчас весело, он там, походу, так орет. Так, мусорный бак. О, погоди, там что? Там фитнес справа, смотри, там ослы. Или это олени, или кто там. Там занимается кто-то. А, ладно, пофиг на них. Ого, а я не знал, что крокодайла живет в этом, в консервной банке. Ты посмотри на этот дом, это же просто дичь какая-то. Хлам, это хлам. Хлам надо забрать. Йоу, крокодайл, я же говорил, ты проснешься от свободного падения. Кайфуй. Прости, Коко. Это из-за меня ты провалился в эту дыру. Нельзя мне было идти на работу к енотам. Чё за... Эй, я думал, мы друзья. Я тоже так думала. А потом ты уничтожил мой город. Да что ж такое, не понимаю. Я старался помочь, когда ты попросила. Даже купил для тебя улучшение катапульты. Хотя это была пустая трата бабла. Ты сказал, что катапульты можно будет выбрасывать всех из дыр. Но мы все еще здесь, в дыре. Желейка! О боже мой, желейка! У нас есть желейка, которая гладит куриц! Курочки? Вот не пустая трата баллов. Поцелуй порцию в лобик. Ты ее обидел? Куда? Не хочу. Целуй. Куда? Нет!
Это меньшее, что ты можешь делать. После того, как украл все наши яйца. Не крал я никаких яиц. Они провалились сквозь землю. Куда? Ты просто рассказывай, Желейка. Дела на ферме шли туго. Чтобы свести концы с концами, пришлось продать петуха рекордсмена. Порция была так расстроена. Куриный дом. Мы находимся в гостях у Желейки. Кстати, посмотри, вон там вот это мой дружбан. Енотище на мопедристе. Тьфу, блин, на мопеде. А, фиг с ним, короче, ладно. Сейчас 11:36 утра, погнали. Будем забирать хламищу. Желейка, здорово. Гладить своих куриц, как же он меня раздражает. Это просто капец. Своего другана енотища я тоже сейчас заберу к себе в нору. Чтобы было не так одиноко, а то меня никто не понимает. Все считают, что я какой-то злодей. Совершил какое-то преступление. Раздербанил всю планету, землю. Кстати, это была лавовая лампа, по-моему. По-моему, да. Ай, подушечка, хорошо. Коробочки пригодятся. Сейчас еще курочку надо свистнуть. Что это такое? Мешок, который сейчас потянет рычаг. Давай-ка. Опачки. Что произошло? Где яйца? Яиц нету. Ясно. Значит, попробуем сейчас уронить курицу. Есть. Кирпичики, коробочка и курочка. Давай падай. Огонь. Так, енотище, давай падай вместе с мопедом. Красавелла, новый дружбелла. О. Ты зачем отвез Пончи Коко? Потому что он заказал. Лол, а что такого? Это уже слишком. Слишком. Ты должен купить улучшение для катапульты и все исправить. Ну, я же куплю на квадрокоптер. Покупай, ты обещал. О, хорошо, что ж не сделаешь ради этой миры. Все сделаю, но будешь мне должна. Пока. О, все. Воу, магазинчик, это енотский магазинчик. Так, значит, что мы можем прикупить? Подставка для планшета уже куплена. Кресло-мешок куплено. Энергетический напиток. Может прикупить. А чё нет, вроде денег хватает, давай купим. Конечно купить. Есть. Эх, квадрокоптер. Он будет доступен на 10 уровне. Я так его хочу. Супер технологичный квадрокоптер. Ничего, я его возьму. Билет в енотову запруду. О божечки, такой существует, ничего себе. Ладно, короче, покупаем катапульту. Раз уж я пообещал. У меменя все деньги потрачены, всего 3 доллара осталось. Это просто нищебродство, это какое-то дно. Хотя я и живу на дне. Ладно, погнали. Вон, смотри, Мира. А, блин, ее ж тут нет. Короче, купил я эту катапульту. Так, давай еще этот мешок попробуем. Так. Не, он что-то ничего не дает. Значит, пульнем. Курица есть, вытащил ее и обратно затащил. Хей, вот это круто. Что такое? А, теперь с этой стороны. Ладненько, открываем. Надо туда что-то запульнуть, да? Сейчас попробуем Эх! Давай, мешочек, тащись. Вот, блин, не поймать. О, нифига, курица летать умеет. Очуметь. Я и не знал. Так, значит, делаем вот так. А, не, надо по-другому. Вот так. Теперь вот так вот. Ты посмотри, какой я мудрёный инженер. Все, давай, запихивайся. Желейку, подожди, яйцо разбилось, боже мой. Так, ловлю. Да чтоб, у меня фигово с этой. С координацией. О, все, поймал, первое яичко. Огонь. Соберу травушку пока. Ловлю, есть, поймал. А чё, обратно, наверное, пулять ему надо, да? Точно, там же вон переключатель есть. Сейчас. Попробуем. Вот так, есть, сработало. Блин, 2 яйца и все профукало. Капец. А чё дальше? Полегче. Как много? Я столько не поймаю. Слишком много. Я сейчас ощущаю себя волком, который ловит яйца. Блин, ты посмотри на мою нору. Вот это дрыша! Капец! Меня сейчас разнесет! Жесть! Чё схомячить можно? Вот эту штуку, наверное, да? О, большой чайничек! Давай! Большой чайничек теперь на дне!
Скоро вы увидите его в кинотеатрах. Хе, чё-то я какую-то пургу несу, да? Ну что ж, теперь я хочу забрать вот эту большую курицу. Это будет главная статуя моего подземелья. Ага, машину тоже забираем. И вот это забираем. Кстати, я ж коробочками могу пулять. Вот так, смотри. Воу. Воу. Там фрукты в этих коробках. Блин, у меня последняя коробка осталась. Ладно, лучше я ее оставлю. Забираем вот это вот. И домик вот хочу. Ну что, вроде бы все. Можно теперь вот это забрать. Давай, падай. Куриная ферма. Все покеда. Жилийка, добро пожаловать в мою нору. Ты даже не пытался помочь, ВК. Пытался, но катапульта не такая простая штука. Думаю, дыра полезна только для разрушения. Видимо, для того ее и разработали. Разработали? Не смотри на меня так, не я же разрабатывал. Но ты пользовался. Ну, это, а чем еще пользоваться-то? Ты, не знаю, настоящими пончиками. А настоящий пончик помог бы спасти бедного медоведа от неизбежного? Спасти? Да ты меня унизил. Медовед. Как вообще в голову пришло назвать его медоведом? Медведи там... О, лишний. Па. Тебя чуть пчел не сожрали, ничего, а? Я герой вообще. Ты заказал пончик в лес? Угу. Хе. По-моему, очень подозрительно, что ты согласился везти пончик черт знает куда, в самую чащу. Чуть пчелы не сожрали? Послушай, это, ну, как бы, работа ведь непростая. Бывает, пчелы набрасываются. О, помогите! Национальный лес. Лес медовичок. А вон и медовед. Господи, как у меня прям язык ломается. Называть его медовед. О, боже мой. Ладно, понеслись. Сейчас у нас 11:46. А, подожди. АМ, это же вечер. Я всю игру говорил, что это утро. Ай, короче, 11:46 вечера у нас. Во, поправился. Или АМ, это все-таки утро. А, пофиг, поехали, короче. Спасем нашего медоведа. Ух, сколько пчел. Блин, я на самом деле их так не хочу себе в нору забирать. Но что поделать. Вот лягуху я бы забрал. Она так урчит забавно. Орех кедровый собираем. Вот, смотри, мед валяется, давай заберем. А, кстати, мед-то сладкий. Обожаю мед. Если ты тоже обожаешь мед, то с тебя лайкосик под этот видосик. И комментосик тоже оставь. Во. Так, значит, вот мед забираем, забираем. Вот это. О, соты, надо забрать, слушай. Может, я вдруг тоже пасечником стану. Так, забираем все это. Пенек. На пенек сел. Мед сотами должен был отдать. Забираем это все. Дымарь. Смотри-ка, дымарь на пеньке. Дымарь, где ты? Огонь. Все, теперь можно с дымарем собирать пчел. Не так больно будет. Опа! А вот и пенек. А вот и второй. Значит так, у меня есть сота. Сейчас попробуем. Что попробуем? Лягух, что ли? Давай в лягух попробуем. Опс. Вот так, смотри, лягух. Оу, нифига себе, она какая жиробаская стала. Оу, смотри-ка, это ульи сверху. Точнее, ульи внизу стоят, а там это самодельные домики пчел. Так, значит, давай, значит, вот так вот сделаем. Значит, вот так, значит, так. Вот так вот, пчела, ну ты мощная вообще. Лягуха. Пчела мощная наверху летает, а лягуха мощная, потому что она целый улей пчел сейчас тащила своим языком. Это же чумить можно. А ну-ка, пчелу она стащит. Давай, пчел. Ну ты дикая вообще. Ты просто жестянка. Так, а вот это давай стащи. Блин, лягуха. Я тебя обожаю. Без тебя бы я пропал. И вот эту пчелу тоже забирай. Ах, чума. Просто чумачечная, ведь на... Ай, да. Пчелочка, иди ко мне. Да. Как я обожаю. Вот это тандем с лягухой. Енот и лягуха, друзья, на всю жизнь. Так, а пенек, пенек, давай, падай. Есть. Улей забираем. Ага, вместе с подставочкой. Классненько. Ну что, медовед, пришло твое спасение. Сейчас мы этих пчел... Давай, лягуха, спасай моего другана. Блин, лягуха все больше и больше становится. Она ж потом в мою нору не вместится. Жесть, отъел корму.
Ну вот. А не, вместилось еще. Еще пока вмещается. Надо расширить нору, срочно. Вот так. Сколько сот. Сколько меда. Я его никогда в таком количестве не видел. Пчела, давай забирай вон последнюю. Ну, ништяк. Давай, 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 падай обратненько. Ну что, медовед, давай, сейчас тебя жаба притянем. О, да. Ну все, медоведа больше нет. Ну, точнее, он как бы есть, но у меня в норе. Ох, вот это я понимаю. Дружеская помощь. Поцелуй порцию в лобик. Ты ее обидел?